Впредь о астропрогнозах вам расскажет Небесная канцелярия, и вас приветствует наш спонсор – радиостанция Ретро-ФМ Северодвинск. 29 августа, по данным Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается 13 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 15. Пасмурно, дождь, ветер западно-юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Астрологи говорят, завтра благоприятный день для решения организационных вопросов и оформления документов. Во второй половине дня могут напомнить о себе хронические заболевания. Возможны разногласия с близкими, однако до серьезных конфликтов дело не дойдет. Настроение, как всегда, поднимет наш спонсор – радиостанция Ретро-ФМ Северодвинск. 107,9 FM – лучшие хиты 70-х, 80-х, 90-х. Улыбайтесь чаще. До свидания.